В Мирном прошел первый этап чемпионата Мирнинского района по трофи-рейдам. На автогонку впервые съехались автомобилисты со всех городов Алмазного края, в том числе гости из Ленска. Лучшие экипажи определялись в настоящей конкурентной борьбе. Подробности далее. Эти соревнования – своего рода пропуск в более престижные автогонки, которые проводятся осенью. А сейчас внедорожникам из Мирного, Удачного, Айхала и Ленска предстояло на время пройти по кольцевой трассе со сложным рельефом. Участники начинали гонку с интервалом в 10 секунд. Это главное новшество джип-спринта. Выглядит гораздо зрелищней. И для пилотов состязательный элемент внутри возрастает, когда они видят соперника и чувствуют, что кто-то дышит им в спину. Первыми соревновались мотоциклисты в классе «Эндуро». Пройти более 10 километров по камням и ухабам стоило им немалых усилий. Трасса, конечно, тяжелая, воды много, ручей, на камне не видно, скачешь туда-сюда. Вот разок я уронил даже. Трасса довольно-таки сложная. Все зависит от райдера, ошибки. Ну и дается, конечно, на третьем-четвертом круге о себе знать, это усталость. Вне конкурса выступала участница в классе АТВ Евгения Фишер. Гостья из Удачного, не жалея себя и техники, прошла 10 кругов по бездорожью. Руки забиты, все, вот, я их не чувствую. Ну ничего, зато экстрим, адреналин. В классе «Стандарт» на обычных внедорожниках соревновались 7 экипажей. В основном это новички, за плечами которых 1-2 гонки. 45-минутный заезд неплохо выдержали гонщики с опытом, пройдя за это время несколько кругов. Были экипажи, которые сошли с трассы раньше времени, в основном из-за технических проблем. Машина хапанула воду, из-за чего тяга пропала. Гонки в классе «Спорт» всегда завершают соревнования, ведь на старт выходят внедорожники повышенной проходимости с опытными экипажами, да и трасса для них заметно сложнее. Такие препятствия – суровое испытание для машин. Ребята, что случилось? Почему вы вернулись раньше других? Температура начала расти, запереживали, что закипит двигатель конкретно. И с рулевым механизмом маленькая недоработка. Как у вас ощущения, как техника? Техника нормально, все видели, не подвела. Гонка драйвовая, мне понравилось, очень хорошо. Ездили погонять, и грязь есть, нормально как бы сделали. По итогам заездов в классе «Эндуро» отличились Забит Дашиев, Александр Овчаренко и Руслан Барзаков. За волю к победе отметили Евгению Фишер, которая по праву заняла место среди призеров гонки. Всем, кто поддержал гонку, Федерация автомотоспорта выражает благодарность в надежде на дальнейшее сотрудничество.